А это напитки видно? Да. Куда надо? Смазать. Меня видно будет? Всем салют, меня зовут Альтер, рядом со мной сидит Иван. Иван недавно приехал с Кореи. Да, как Кореи. Как отдохнул отлично. Что ты нам привез? Минус 15 кило. Если бы я знал, я бы, наверное, ответил на этот вопрос. Но это самые популярные напитки в Южной Корее. В Северной Корее они пьют, наверное, только воду дождевую. Вот. Даже вот это, да? Да, это все стоит в разделе самые востребованные напитки в супермаркетах. В общем, сейчас мы запишем реакцию людей, да? Да, это вот еще будет реакция на эрекцию, может быть, запишем. Потому что это помогает типа для этого, как мне сказали. Ну что, погнали? Ой, это печеньками пахнет. Не, вот этот нормальный. Ну как вода, вот когда чайник печенькой макаешь. То ли попкорн, то ли печенька, и чуть-чуть горько показалось, как будто. Вот печенье сразу дает. Я не знаю, откуда здесь печеньки нашли. Старые носки, сладко пахнущие. Вкусно же пахнет. В натуре попкорн какой-то карамельный. Безвкусный просто. Пахнет как печенье. Тонкий привкус этого. На деле как вода. Попкорн же есть. Ой, нормально. Короче, вода с привкусом печеньки. Как будто, знаете, специальный ароматизатор добавили до хера в воде. И все, вот на самом деле так оно есть. На вкус вода, да, и вот как будто чуть-чуть что-то туда просыпали непонятного. Ну, покемон как будто лимонад. Ну, запах. Просто это как липсон. Ну, а ну это да, это лимонный чай прям в чистом виде. По крайней мере, пахнет так. Да, лимонный чай простой. Очень сладкий. Вкусный у них там чай. Очень сладкий. Для меня. Приторный. Лимонный чай. Это как сироп лимоновый. Вот этот вот желтый. Ну это липтон наш чай. О-о-о, вообще. Это же вообще жесть. Ну, в смысле, вкусно, но сладко, капец. Даже я столько сахара не сыграл. Ну, очень сладкий, да, прям вообще капец, капец какой сладкий. Жесть, вообще я такой сладкий. Ну, вкусно. Это похоже как на первый вариант. И чем дальше, тем страшнее. А по итогу вода. Деревом чуть-чуть пахнет. Тоже какая-то безвкусная вода. Настойка, короче, на каком-то дереве или листочках. Запах какой-то знакомый. И нюхать хочется, короче, и глотаешь очень непонятный запах какой-то. То ли вафли старые, как будто не свежие. Вода обычно рублей 10 не стоит. Ну да, вот когда ЖКХ делает ремонт, на вкус примерно вот вода, которая из крана идет, коричневая. Наверное, да, какая-то изись там. ЖКХ, что-то вода какая. Ну, она такого же цвета, да, ЖКХ, когда там руки моешь. Ну вот, получается, вот этот и вот этот, они похожи запахом. Это самое невкусное, по-моему. Даже вот это, по-моему, вкуснее было. Да, это с кукурузой. Ой, с попкорном, да, вот это вкуснее, чем вот это. Не нюхай, прям не нюхай. На вид это... Ну, как будто капучино, короче, постояло сутки. Тоже вода? Не-не-не, да, давай. На запах, как будто вода с землей или с глиной. С вами было хорошо. Всем спасибо, было круто. О. Классно. Хорошо? Очень. Заходит. Штырит. Не по-детски. Как будто вода из деревенских луж каких-нибудь после навоза. Какая-то грязь. Я не понимаю, это точно пить можно, как они это пьют? Не знаю, конечно. Внутри залпом пьет. Ну я не знаю, к чему-то, к какой еде это подходит. Какая-то газированная как будто. Соевый соус. Ну прям соевый соус, разбавленный как будто водой просто. Как будто газированный и надолго оставили, и как будто весь газ вышел.
не очень. А на вкус как дождевая вода с дерном, правда какая-то. На это даже смотреть страшно, как вы это пили. Ну это не алкогольное, не переживай. Сука, как вы это вообще попробовали? Давай, давай. Стоп, я знаю этот запах, я... Это реально как будто какой-то соус, прям, я не знаю, к чему, к роллам какими-нибудь. Блин, это прям пипец, прям. Принесите тазик кто-нибудь. Подавишь там, через нос потечет потом. Ты почувствуешь просто и все. Горькая ты мне. Хлебушек надо. На привкус такая же, как по запаху, у тебя отвечали. Жесть! Землю пошивал, да? Чтоб я не сбился. А, вот это чуть-чуть похоже на ликер, да? Ну, сироп, ликер, что-то такое вот. Это даже похоже на чешский напиток. Последний сироп. О, такой прикольненький, можно выпить? Ну, что-то сладкое, да, на сироп похоже. Да, давай тогда вот так. Он приятный, вкусный. Для мужской силы он хороший. Да? Да. Подлесись. Вот и сироп. А вот это как доширак. Серьезно, как доширак. Вода. Тоже как соус какой-то. А по вкусу как кук. О. Нормальный, да, он? Очень. На вкус, как этот, карамельки в детстве же делали. Сахар плавили. То есть на запах что-то похожее. Как будто лекарство какое-то. Ну и на вкус, да, приятное. А на что похоже, непонятно. Сиропчик? Да, сироп какой-то. Да-да-да. Надеемся, что вам понравилось это видео. Ставьте лайк, рассказывайте друзьям. Жмите колокольчик. Подписывайтесь на канал каждого человека, который поучаствовал сегодня. Вот, ссылочка тоже будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем до встречи. В следующей стране. Check it out.